Ильер Жермен Эдгар Дега, или Эдгар Дега, родился 19 июля 1834 года в Париже в семье банкира франко-итальянского происхождения. Будущий художник являлся старшим ребенком. Кроме Эдгара, у четы Дега были сыновья Рене и Ашиль, а также дочери Тереза и Маргарита. Отец семейства, Агюст Дега, возглавлял в Париже небольшое отделение крупного итальянского банка, основанного Рене Ильером, дедом Эдгара. Тот появился на свет в Орлеане, но в начале Великой Французской революции бежал из страны на солнечный юг. Затем, женившись на итальянке, осел в Неаполе, где и основал семейное дело. Агюст же наотрез отказался оставаться в Италии и перебрался на историческую родину. Здесь, в 1832 году, он женился на Селестине Мюссон, девушке из французской семьи, переехавшей в американский Новый Орлеан. Ее отец служил брокером на одной из местных хлопковых бирж. В 1847 году, когда Эдгару исполнилось 13, Селестина умерла. Потеря матери стала для будущего художника сильнейшим ударом, от которого он впоследствии долго не мог оправиться. В возрасте 11 лет Эдгар поступил в лицей Людовика Великого, одно из престижных учебных заведений Франции, где в свое время учились революционер Максимилиан Робеспьер, писатели Дени Дидро и Виктор Гюго. Там он получил прекрасное классическое образование и степень бакалавра в области литературы, а также познакомился с Полем Вальпинсоном, сыном известного коллекционера Эдуарда Вальпинсона и будущим художником, инженером и коллекционером Анри Руаром. С последним Дега поддерживал дружеские отношения на протяжении всей жизни. Эдгар с детства проявлял интерес к рисованию, а в 18 лет даже превратил одну из комнат в доме в собственную студию. Как большинство начинающих художников, он часто посещал Лувр, где усердно копировал выставленные шедевры. Для этого следовало получить специальное разрешение. Стараясь постичь авторскую технику исполнения, совершенство линий, продуманность композиции и гармоничное сочетание цветов, молодой живописец был влюблен в изящество и благородство Рафаэля Санти, очарован великолепием красок Эжена Делакруа, восхищен живостью и эскизной легкостью техники Жана Агюста Доминика Энгра. Агюст Дега обожал изобразительное искусство, поэтому не препятствовал занятиям сына, хотя в будущем прочил ему карьеру юриста. После окончания лицея в ноябре 1853 года Эдгар даже поступил на юридический факультет Парижского университета. Однако больших способностей к правоведению у него не оказалось, и страсть к рисованию взяла верх. В конце концов, положение, которое занимал в обществе отец, позволяло Эдгару заниматься живописью, совершенно не задумываясь о пропитании. У художника не было необходимости продавать свои работы. Он мог снова и снова к ним возвращаться даже спустя годы, добиваясь совершенства исполнения. Впоследствии современники не расшутили, что увидеть законченную картину Дега можно лишь отобрав ее у него. В 1855 году юный Дега познакомился с Энгром, которого почитал как непревзойденного мастера классической живописи. Он восхищался его гладкой манерой письма, четкими линиями и ясными формами. Чувством Эдгара были очень созвучны слова опытного художника, что три четверти хорошей живописи – это прежде всего безупречный рисунок. Впоследствии Энгр не раз повторял ему: «Рисуйте линии, молодой человек, как можно больше линий, из жизни или по памяти, и вы станете хорошим художником».
апреле этого же года Эдгар начал посещать школу изящных искусств, где стал изучать живопись под руководством ученика Энгра, Луи Ламотта. Однако спустя год неожиданно для всех забросил занятия и отправился в путешествие по солнечной Италии. Здесь, на родине великих мастеров эпохи Возрождения, он по-прежнему усердно занимался копированием. Работы Микеланджело, Буонаротти и Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Тициано Вичеллио, Андреа Монтинья и Паоло Веронезе окончательно привили ему почтение к совершенству и изяществу классической линии. Он понимал, чтобы развить собственную индивидуальность, следует изучать, любить и усваивать достижения других художников. Ранние работы Дега выполнены в традиционной манере, несколько автопортретов, а шиль Дега в форме гадета отличаются тщательностью исполнения, несколько тусклой палитрой и особой выразительностью, которая достигается с помощью резкого и точного рисунка. Кроме копий старых мастеров, Дега также написал несколько картин с изображениями мужчин и женщин в итальянских костюмах. Эта тема была невероятно популярна среди французских художников, приезжавших в Рим. Так старая итальянка сочетает в себе изящество исполнения и неяркую палитру, напоминающую Никола Пуссена, с реалистичными деталями, высохшая кожа, костлявые старческие руки. В работе нет и намека на сентиментальность, свойственную большинству картин, посвященных крестьянам и нищим. В Италии Дега впервые заинтересовался энергичностью и грациозностью лошадей. Увлеченности способствовало знакомство с французским художником-символистом Гюставом Моро, состоявшееся в Риме в 1858 году. Именно тот посоветовал юному Эдгару заняться темой движения, его красотой и стремительностью, что и стало лейтмотивом дальнейшего творчества. Впоследствии Дега признавался, что поначалу механика движения этих изящных животных была ему почти незнакома. «Я знал бесконечно меньше, чем любой будущий офицер, который благодаря годам своей безупречной практики мог и на расстоянии определить, как конкретная лошадь будет прыгать и выполнять команды». Однако позднее лошади будут появляться на его картинах наряду с изображениями танцовщиц, певиц из кафе-шантанов, модисток, гладильщиц и обнаженных женщин. Кроме того, под влиянием Муро Дега обратил самое пристальное внимание на техники акварели и пастели, хотя работать с ними ему доводилось и ранее. В художественном музее Фога, например, хранятся акварели с изображением итальянской девушки, созданная в Риме около 1856 года.
1859-м, вернувшись в Париж, вдохновленный Эдгар сразу принялся за работу. Из-под его кисти вышли женский портрет, созданный на основе флорентийского рисунка, а также картины «На скачках. Старт» и «Молодая девушка с ибисами». Наброски для последней Дега сделал еще во время пребывания в Риме. Особую таинственность полотно приобрело благодаря восточному пейзажу. Изначально он не был задуман. Художник добавил позади девушки розовые цветы и двух ярко-красных ибисов.